Мотор колесо Дуйнова, проект Solar Group. И вот это видео будет такое, знаете, немного необычное. Я вот как-то упоминал, мне кто-то говорил, писались там ВКонтакте, что Сергей, вот, не умеем приглашать людей, чего-то как. Ребят, я вам еще раз говорил и говорю. Но знаете, я сегодня по интернету полазил и нарвался на ролик, где женщина, боже мой, я там, не знаю, 60 плюс, а может и все 70, человек работает в интернет. Вот если вы хотите, вы научитесь. Не надо говорить, я не умею. Надо брать и пробовать. Я вот сейчас поставлю вам ролик, просто чтобы вы понимали, да, что... И потом можете подойти к зеркалу, посмотреть на себя и сказать, что вы не можете. Вот у вас повернется язык, что вы не можете. Не знаю, как-то это все не вяжется у меня. Ну и что еще? Значит, потом немного нарезки. Я сделал такую нарезочку по итогам позапрошлого года, прошлого года, что, ну и вообще, что такое мотор колесо Дуйнова. И самое главное, это, в принципе, что хочу напомнить вот о смене этапа инвестиционного. И в Москве будет встреча 16 февраля. Вот, все ссылки, значит, под видео, друзья. И, кстати, кто решился, кто новенький, решился зайти в проект, также я не буду делать это в этом видео. Я уже сделал видео, обзор по личному кабинету. Тоже ссылка будет внизу под этим видео. Поэтому вот как-то так, друзья. Приятного просмотра. Дать кое-какую информацию. Пожалуйста, ее прослушайте и решите для себя, что с ней делать. Приветствую вас, уважаемый гость. Я рада, что вы заглянули вот ко мне на канал. Женщине. Большой респект. Дорогой друг, вы когда-нибудь мечтали открыть свой бизнес, свое дело? Да, я думаю, об этом мечтает каждый. Что вы знаете? Бизнес. Что вы для этого знаете? Что достаточно вам иметь? А вы знаете, что всего-то вам достаточно иметь скайп для обратной связи с вашей командой, да? Ну, скайп у вас есть. Добрый день! Сегодня вы поподробнее узнаете о проекте «Асинхронные двигатели Дуйнова». Технический прогресс в современном мире развивается очень высокими темпами. Техника в разных ее проявлениях вошла во все сферы жизни человека, а следовательно, с каждым днем все больше возрастает потребность в современных и производительных электродвигателях, большая часть из которых является асинхронными. И в свою очередь 60% мировой энергии потребляется именно асинхронными электродвигателями. Существует более 10 тысяч наименований электродвигателей, и их выпускается порядка 7 миллиардов единиц в год. Они используются в электротранспорте, специальной бытовой электротехнике, в промышленном секторе и в энергетике. На сегодняшний день существует огромное количество асинхронных электродвигателей разных мощностей и производительности. Традиционно они используют два типа обмоток. Это либо звезда, либо треугольник. Но так как прогресс не стоит на месте, требования к подобным двигателям возрастают. Необходимы более производительные, энергоемкие и экологичные решения. Проект «Асинхронные двигатели Дуйнова» предлагает абсолютно новую, уникальную технологию совмещенных обмоток «Славянка». В ней сочетаются оба традиционных метода. То есть, благодаря совмещению обмоток типа «Звезда» и «Треугольник» в единую конструкцию, мы смогли добиться существенного улучшения характеристик двигателей, что привело к увеличению мощности и производительности, увеличению ресурса, снижению энергопотребления двигателя, при том, что для построения двигателей по данной технологии требуется значительно меньше электротехнической стали и меди. То есть из трех традиционных двигателей при их переработке можно произвести 4 двигателя с совмещенными обмотками «Славянка». Также применение данной технологии позволяет добиться снижения удельного энергопотребления от 10 до 40%. И это неоднократно было доказано в течение нескольких лет. В том числе, наше решение полностью соответствует мировым стандартам в области экологии. С командой Williams, которая тоже занимается производством много
много чего, в том числе и электрических велосипедов, в частности, со своим электромотором. Но я могу сказать, пробовал всякое. Я первый, это сейчас никакого отношения к рекламе, это прям шаг в другое измерение уже, это уже другое направление. Это очень большая и очень крутая работа. Но ничего подобного в жизни, а уж поверьте, я как бы в курсе дела, что происходит. Ничего подобного я не испытывал. Это уникальная работа, и я надеюсь, что наша совместная деятельность все-таки приведет к тому, что инжиниринг, российский инжиниринг будет все-таки стоять на самом высоком месте в мире без помощи всяких там государственных машин и пропаганды. Потому что то, что было сделано, и то, что уже сделано сегодня руками этих ребят, конечно, это уникально. Но я здесь не случайно, еще раз повторю. Поэтому не для того, чтобы там что-то рекламировать, а для того, чтобы просто сказать заинтересованным лицам, что вообще уникальных людей мало во всех странах мира, их мало. Но вот здесь работают уникальные люди и добиваются уникальных результатов. И мы надеемся, в том числе, что наша совместная работа приведет, в общем, к какому-то логическому и очень классному финалу, высокотехнологичному, и очень станет прям прорывом в том, что происходит на рынке электротяги вообще в принципе. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры, инвесторы и все те, кому не безразличен проект «Асинхронные двигатели Дуйнова». С вами Александр Сударев. Сегодня мы поговорим о том, что же было сделано за год. Итак, с 1 июня 2017 года проект перешел в новую стадию. Было запущено народное финансирование для реализации строительства конструкторского бюро. За этот год было сделано гораздо больше, чем запланировано изначально. Запущена платформа в виде личного кабинета для удобного привлечения инвестиций. Запущена юридическая схема взаимоотношений инвестора и проекта Дуйнова, в частности договор инвестирования и приложение к нему. Сформирована большая команда, работающая над проектом. В том числе мы привлекли свыше 1000 партнеров по всему миру. В проекте зарегистрировано уже более 65 тысяч участников, привлечено свыше 300 миллионов рублей инвестиций. И более того, был исключен риск недофинансирования проекта. Нами было получено гарантийное письмо от крупного инвестора о дофинансировании проекта в том случае, если народного финансирования будет недостаточно. В технической части проекта также было сделано очень много. Проведено множество исследований и получены новые патенты. Создана лаборатория для модернизации асинхронных электродвигателей по технологии совмещенных обмоток «Славянка». В том числе установлено стендовое оборудование для снятия характеристик с модернизированных двигателей и получения на них сертификации. И почти завершена работа по оборудованию опытного участка, где начнут выпускать первые установочные партии мотор-колес Дуйнова и другие двигатели по технологии «Славянка». Также получены договоренности о строительстве завода в Липецкой области, который будет производить асинхронные электродвигатели с совмещенными обмотками «Славянка». И этот завод может стать первым заказчиком технологии, который в итоге принесет прибыль компании «Савелмаш». Для строительства этого завода был найден крупный инвестор. В том числе есть договоренности в Китае. Было получено покровительство технологии в китайской провинции Вэйхай. В частности, администрация провинции будет всячески поддерживать Дуйнова в Китае и помогать продвижению технологии на китайском рынке. Помимо вышесказанного, компания Denzel, занимающаяся электротранспортом, приступила к серийному выпуску моторов DA90 для своих электробайков. Это первое серийное производство двигателей, где будет применяться технология совмещенных обмоток «Славянка». И сейчас хотелось бы перейти к самому главному, что мы имеем на сегодняшний день. Благодаря лаборатории, опытному участку и литейной, компания может в ближайшее время начать получать прибыль, реализуя документацию и получая первые заказы на разработку двигателей. Следующая цель заключается в том, чтобы получить разрешение на вход в особую экономическую зону Алабушева, и после этого уже можно будет перейти к строительству конструкторского бюро. Проект существует уже 23 года, а направление краудинвестинга около 1 года. И несмотря на то, что мы очень много сделали и основные риски проекта на данный момент уже нейтрализованы, мы находимся еще в самом начале пути. И у вас есть уникальная возможность стать частью большого международного проекта. А на этом у нас сегодня все.